буквально в воскресенье, когда приезжал военный комиссариат на Жуково, с военкомом стоим, общаемся с Алексеем Борисовичем. Ну, кстати, у нас мужики очень ответственно к этому относятся, причем невзирая на возраст. И многим мужикам, на моих глазах там пришедшим в воскресенье, им вообще не было никакой повестки. У него просто вклеено, значит, мобилизационное предписание, красный вот этот вот листочек замечательный, где написано военно-учетная его специальность и куда он должен явиться. И некоторые пришли со своими ружьями, потому что он должен его сдать и, соответственно, исполнить свой гражданский долг. Потому что еще когда-то, будучи молодым, он принял военную присягу. Ну, это вызывает огромное уважение. В отличие от тех людей, которые сейчас стоят в километровых очередях на границах. На всех просто из страны. Я не понимаю, вот я искренне не понимаю, когда говорят, не хочу, не могу, не буду, а почему я должен. Вот лично я считаю, что это я должен своей стране. Потому что эта страна тебя родила, выкормила, выучила, и ты ей обязан. Ты должен этой стране, а не наоборот. И никак не иначе. Это вот мое личное мнение.